Погодите, а скажите, а как, что значит я неправильно бежал? Я сейчас бежал... объясню тебе. Сейчас объясню. Давай. Сейчас подниму рейд. Сейчас все вернутся, я покажу, что делать. Блять, на вас луч. Вы должны катить. Не, я покажу, том, как выйти надо. Там, где правильно. Нет людей. Чтобы... Нет. Бежит в блок, а не назад. Есть просто определенная траектория, назад, по которой просто нужно выбежать. И все. Делаешь два шага назад и катишь луч. Вот. Слушай, мы все какая-то... стоим вот так. Я еще не примерно. Добежаю. Ага. Все, я тут. Вот, мы примерно так стоим. Если на тебе луч... Ты выходишь назад и бежишь вот так. Все, я понял, окей, вот, все. Вот, в угол, сюда, вот так. Это касается каждого человека, с правой или с левой стороны. Вы, неважно, где вы стоите, вы бежите вот так, и потом бежите либо справа, слышь, либо слева, вот по такой траектории. Таким образом, вы никого не цепляете. Единственное, кого вы можете цепануть, это чувака вот тут в центре. Но можно подвинуться. Ну и смотрите, вайп, Ксюша, ты тут? Поставь, Ксюша. Паузер, поставь рыбу. Паузер, рыбу поставь. Ксюша. На, тихо. Сори, конечно, но послышалось, ты сказал, Туша, ты тут? Не, она Ксюша. Она не Туша, она худенькая. Смотрите. То есть, ну, бля, я думал, еще заучи надо объяснять, как надо выходить. Делать два шага назад и оббегать. Ну, ребят. Я уже объяснил уже. Нет, я говорю то, что, ну, еще это надо объяснять, что гоните. Ну, как оказалось, объяснять надо. Еще надо рейдфреймы ставить. И много чего надо делать. Что, давай, пошли быстро. Давайте, чек. Опять по крестам. МП5 дайте престол и шамана. У тебя там шаманы тотем ставят. Ксюша там ману отпивает. Магам еще МП5. Возьмите максимальное расстояние, хотя между друг другом 5-6 метров. И смотрите за лучами тоже. Не надо, блядь, стоять как дерево. Прист, все там? Ну, в МП5 до сих пор нет. Ну, блядь, я думаю, без МП5. Ну что, шаман? ТМ есть. Тотем же. Есть он, МП5, ёбан. Или нету? У нас рестера нет, значит нету. Вон. Точно? Ави, ставь МП5. Паладины у нас сегодня, не знаю, то каску не дождёшься, то МП5. Поехали. Вот, есть МП5. Ну всё. Чётко. На одной секунде выпиваем, на атака пуляем. Геру давай, что-то это долго. Руку и уч не тупите, ребят. Ну это же, блядь, просто. Я понимаю, там черные метки выносить я живу. Ну тут уч уже даже. Уже, блядь, прямое действие. Сова. В руку. Тихо, в руку, быстро. Выбивайте все, выбивайте, пока люди не выйдут. Бейте руку. Все, выбили? Нет, не выбили. Все, все, в тело играем. Луч, отбеги. Когда вы катите луч, вы не бьете, вы просто бегаете, чтобы не умереть, понимаете? Не надо бить во время того, как на вас луч. Руку. Руку быстрее. БР есть у кого? Тело. Не у кота, у совы есть. Ну, сову надо поднять, вот именно. А, ну значит нет. Может, дай Иннер полосилоду, плюс. Кот, престу дай, Иннер. Приготовились бить руку. Сейчас возьмет. Пауза.
Руку. Поехали. В руку. Луч меня утащил. От луча убегать, он сейчас пойдет. Не, он на другие. Фрейду пошел, ну, блядь, маг, блядь, ну ты видишь, что луч стоит, а ты такой, блядь, стоишь и кастишь. Все, бьем тело. Блядь, я скоро буду не бить босса, блядь, смотреть, что вы делаете. Руку. Руку. Так, рука забирает 15%, так? Луч. Луч на ком-то. Тело бьем. Все, приста нету. Маны у хилов мало. Ничего, мы жесткие. ШП, дай дим на маму. Сколько процентов в тело? Скажите, пожалуйста. 37. В руку, а, в руку быстро, сейчас, там холипал. Сейчас бьем руку и добиваем руку. Танки, трэш, приготовьте. От луча убегаем, добиваем руку. Поднять рейд на фул хп. Все, добиваем тело быстрее. Катите обломки. Давайте. Лям. Да, я понимаю, перехвалил, наверное, за утюга. Охуенно. Хуйней страдать. Нет, там просто... Просто без страховочки и ДЦ-шных щитков очень тяжко здесь люди падают. Ну, блядь. Видишь, Колик не хочет играть ДЦ. Ну, у второго, у ШПшника есть ДЦ? Нет. Зап. Нет, нет, только ШП. Зап, каневая, хоста, меткость. Просто следующий рейд сделать ДЦ и все. Нет смысла просто сходить здесь. Да, да, ДЦ это реально профит. Не понимаю, что вам нравится убивать нормал, и вы типа ни один хармон не убьете ДЦ. Спрячьтесь в угол. Куда? Понял. В угол все. В угол. Ксюха, иди в угол. Ты пойдешь со мной? Да, я тут первый. А я не послушалась, не пошла в угол. Не пошла? Чем не будет? Не, а не пошла. Будешь наказана. Ладно, меткость, черт бы. А, там понял, там должен был быть ДЦ. Финанс Хиро, если я не ошибаюсь. Он тоже холик. У Зап ушли. Кому-то ушли. В чате не показал. Шо? Нет. Это хом видео. Только для семьи. Я зайди на сайт там в интернете. Что ты, блядь, говоришь? Даже не знаю, кому я был. Кого? Так. Что там у нас? По рукам. Кто у нас не умирал сегодня? Вон такая. Он ни разу не сдох, парень. Косяков сегодня я не видел. Так, злоба нужна? Кому-то. Меч 2.5. Одна ручка. Пошли великана, ебанем мониторим. И ходора, что ли? Не знаю, РЛ команды. Трэш пока бейте. Понял. Кира, да? Зуду нужно уйти. Позвонил брат помочь, надо съездить в машину, чтобы не случилось. Ну, значит, нужно. Да, что я не буду держать. Я просто говорю о том, что это замена. Без проблем, Александр. Истерия 500 гол. Скину на карточку. Ты же уходишь, блядь.
А, я думал, я еще должен остался. Ладно, побежал я. Давай, давай, счастливо. Спасибо. А зачем? Я уже взял. Кого? А, о, понял. Этот Кира, что, бабу ебанем или что? Не знаю. Пока трэш. Поставь шкаф, нажмите. Ну типа кошатницу. Девочек бить нельзя, блять, придурки вы. Бабы ебанем. Я сейчас подойду, Кира. Ребят, сразу скажу, кто с улицы гром, будет очень плохая карма. Фуэйт тут. Да, да, сейчас сумму фласки подплю. Пришел сумму? Да. Куда может быть карма хуже, если я уже пиздил фраги на БГ у людей, блядь? Ну, может быть, как у Лифри. А, согласен. Сейчас релок на сяду, он не включил. Ну кто там сейчас шестой в списке убийств? Ренегатов? Культурный. Лифы. Тут, короче, весь рейд за танком идет, так что пошли ебать. Не-не-не, первый ужу, ну первый тот сугроб, вы оббегаете, вы не бьете, вы идете за танком. Там он все нормально делает. Я говорю, вы главное по бокам не агрите, пожалуйста. И не отлетайте в сугроб, который вот этот сейчас слева. Уйдите. Кто там, блядь? Рожен. Бонну попал. Я... Или кто там, или, блядь, полипал. Но я запомню, ребят. Я вас записал. Ты уже на карандаше. Пауза, ты бы выключил неистовство. Паузе, ты в ретрика сейчас. Он в ретрике, просто неистовство. Угу. Все, подняли попавших шкур. Сейчас суманем там, кого не хватает. Флай, ты тут? Пришел суман? Да, да. Все, окей. Тоха, ты тут? Ладно, давайте, да, сейчас, секунду, где это, блядь, хуйня? Че ты перекур хочешь? Это у нас есть 7 минут, пописить, как? Флай, флай, флай. Все, опять? Че? Ты читаешь медленно? А. У меня не открыто. А, да, сейчас, конечно, сейчас. Опять лось, как в тот раз. Нет, нет, правда, сейчас не открыт. А в чем вопрос? У меня чат начинается после того, как ты написал «Fly тут», где он на ком... А, на ком? Я на шамане лег. Вот, плюсанул.
А тут надо 5 хилов? Может, я подамажу? Ой. Полосиот приз говорит. Надо тут 5 хилов? 4 не справится? Прохай, пусть будет. У нас все равно, ну, тут ТПС-то хватает. Понятное дело, я просто думал, если боссы... Ну, типа, если на дуновениях 2 гемна дать друг за другом, возможно, 4 хватит. Ладно, похуй, я тогда похилю. У тебя там под столбом на хосту будет молитва исцеления, заебись. Да-да-да, и мана улетит нахуй за секунду. Ну, так а тут нехуй хилить, кроме дуновения. 20 секунд хилить. Остальное вообще не надо хилить. А, да? Ну да, особенно маленькие, эти хуйни, которые... Сейчас я посмотрю, как не надо хилить. Ну, маленькие хуйни, блядь. Сейчас я, блядь, синеры соберу, которые есть в этой... Так, игре. Ладно, просыпаемся. Орион, Рога. А это не тот Рога, которого кикнули, не? Откуда кикнули? Ну, помнишь, мелкий какой-то Рога, который... Уходил, который у меня в муте, да, это он. Что, обратно взяли? Что, не знаю. А. Ему 14 лет или 13. Ладно, давайте просыпайтесь. Кто у нас там? Сова и Рога. Пошли без них, нахуй. Да, сейчас смотрю. Все. Вайф, Ксюша тут? Ксюша. Тише. Сова. Кое, блядь, кое надо. Все, сова тут, все. Левые ледяные вспышки ваши столбы 4. 4 правые милики. Не дай бог, кто-то будет сейчас бить босса, и глыбы не будут разбиты. Че такое? Погнали. Не стоим больше 2 стаков, не лутайте мороза. Постоянно двигайтесь. В костре его ловит, поставишь, знаешь. И в костер только не задуйте, пожалуйста. Хилить не надо, говорит. Вон. Это АФК. А, нет, это АФК. Тучу разводим, в лучи заходим. Давай, Геру. Все, смотрите за агро. В этих белых хуйнях тоже не стоит, которые падают. Агро. На, сейчас, мать. Тучу. Касса, не отходи. Стой, стань там между кострами. Между ними стань. Между двумя. Не, нормально, стакают. Только не потуши там, ШП чуть-чуть вправо отойди, ты потушишь костер. Вы должны стоять возле костра, чтобы вот это белое ну, хуйня... Давайте, блядь, гимны там или что командуете? Да, давай. С больших вышли, ждем пока кинется, все, зашли на большие. Мазрука понял. Shadow Mirax, понял. На. Нет, это ледовой... А что вы дохнете? Ну, я говорил, блядь, 20 секунд дамажит дуновение. Забыли? Я вообще по текстуре оказался, а не на ледине. Я заглушал на глыбку эту, ну и все, и похер. Умер без профила. Бьем. Поднимайте сразу падше. Там аккуратно кошка, сейчас будем сразу кошку бить. Говорят, пацаны, хилить не надо. Так, а что же ясно? Ну, на самом деле не надо. Только дуновение, вот и все. Говорят, пацаны, хилить не надо. Давайте, воин, охотник, шаман, 2 токена. Любым отдаю, так как они сейчас за ОД. Надо кому-то? На ОВ. Так, Ави. 1. Рагнарос, 2. Да, за ОД башка и грудак. Кольцо, РДД, хоста, хит. И тоже во втором так же есть.
Ушел. Дезамайс, а ты на ком? На друиде. Это... Что, друид есть? А есть? Как оказалось. А стрим православный есть какой-то? Православный? Да, сейчас сделаем стрим. Дробяшка. Дробяшка. Дробяшка? Угу. Спасибо. Пожалуйста. Нихуя, он 15 тысяч дал на своем. Maybe, да? Пойдем бить ее или пойдем Торима бить? Кира. Кира. Давай, Войд, бери, заводи. Подошли все сюда, быстрее убить надо, пока она не вернулась. Мили никто не идет. Ну и возвращается. Давайте. Быстрее, быстрее. Меня слышно или нет? Алло? Сейчас слышно. Говори. Ага. Это, говорю, Крадевич, у тебя пушка какая? Оффхенд. Пацаны, до нас босс дойдет, так что я предлагаю вам съебать к Хадиру. Желательно поглубже. Да, пошли к Хадиру. Пошли, пошли, он заведет. Все наверх встали. Быстрее только уходите, они в миллизоне вас убьют. Тотемы уберите, тотемы, тотемы. Быстрее, быстрее бегите. Могу я кольцо вот это хаст меткость уступить другому челику? По нему на мейн пишет. Там в комнате рассасывайтесь тоже за угол где-то встаньте, они фронталку дают, веер молнии. А да, отойдите пока. РЛ. Чё? Могу я уступить кольцо, которое мне отдали? Это Кири спрашивает, я не орал. Ну, так я же говорю РЛ. Он не отвечает. А кому понял. Ты хочешь вступить? Ну, типа он написал. Так, а грудак еще один. Поводим же еще на книгу. Пока объем там боссов, мобов точнее. Ну, там... на успехи и так далее. Он банул, дай. Да, да. Разбойник, декама, твоип, мордак. Кто там? Бомжей не купили еще. Шушо какой? Разбойник? Разбойник, декама, друид. Тебе надо? О, это мне надо. На... Mm-hmm. А, не, мне на оф. На пиздел. На пиздел. Кому надо, я отдам. Есть кому на оф? На мейн спек? Или нет? Чего вы так долго раздупляетесь? Так там всем на успек, так что забей. У него там, блядь, воды хватает. Все, порезали, ребафнулись. Сейчас... Кошка идет. Давайте еще вправо вот этих двух мобов цепляй. На, короче. Ребят, голова и грудак, точнее, да, голова и грудак продаются в Доваране за 1450 УД. Если что. Эти, скажите, токены вы должны были уже купить за УД. На успех и так далее. Молодцу просто не знал. Левого больше бейте, алё. А, шо я пизжу, долбоёб. Всё. Так это обычный мод. Да-да-да, я же сказал уже, всё. Опа.
Более был именно, кстати. Снегурочка идет. Где будем бить кошатницу? Вот тут. Или... Вот тут. Ну вон за угол встанет. Куда там, да? Ну все, да, давай, там идешь выше, мы тут. Быстрее, ребят. Цепа. Сразу сливаем, напуливаем в танка котов. Сливаем котов. И сразу отдайте магии эти, блядь, копии. Геру даем, нет? Не, не надо, моторим. Ну у нас кулдаун. Да, у нас 3 минуты Гера. Все, погнали, на пол, да? Все. Ави, встанешь? Да ну, блядь. Дохните. Крадевыч, подними сову. Быстрее котов залейте, ой. Баф по сове дайте. Быстрее котов долейте, ребят. Никто босса не бьет, вы заливаете котов. Сова, пришел БР? Поднял? Все, дайте по сове. Что с тотемом? Танка отхильте. Я подниму его. Быстрее поднимай. Не поднимаю. Поднял? Да. Быстрее, ребаф по танку. Ребаф. Шаман, это тотем на антифриз. Тремор поставьте. Креп, это тотем, если что. Нам бы шамана хилам в пати. Ну, уже... Сейчас интерфейс не работает. Да. Да ёпка, кота заливаем. Кота. На пул по КД в ДК. Ладно, меня коты съели. Кот, подними холика. Вышли с лужи. Ну чё гоните? Перед мордой стали? Бара больше нет, правильно? Бьём. Можно Гера будет подкат. Приз перед мордой стоит, пожалуйста, приз. Перед мордой, да, стоим. Кота, ДК. Коровы там, можете, этот, блядь, свою громовую постку скинуть коту, станы по водине. Кота заливайте быстрее. Кота. Все, выбежали с лужи. Выбежали быстрее к балкону. В морду, в лицо босса встаньтесь. Че, стой так вот, стоим на ступеньках. В лицо босса. Приготовься, сейчас защитник будет на пути. Кота. По коту играем. Быстрее. Стан по один. Быстрее, кота. Сейчас от балкона отходим назад. Все, пошли балкон. К балкону, ребят. Я сказал, где мы стоим. Каст. Хильди меня. Все нормально. Давай отведи от уж поближе к левым ступенькам, таким портальным. Да, от уж подальше. Встаньте в лицо к боссу. Кота. Заливаем кота быстрее. Больше урона. Че, наверх поднимем, так, да? Приготовились, да, сейчас будем идти наверх. Доливаем и... Блять, о, хорошо, вообще идеально. Что, обратно вернемся? Растак. Не очень. Нормально, стоит. Там трэш еще. Зачем обратно? Да, там трэш. Да. Еще один кот, и мы должны ее убить. Можем в РСЖР сразу завернуть. Не надо.
Ну тут на балконе еще шоссе, пойдем в балкон. В морду встаньте все. Хан, ты тоже можешь присутствовать. Ты случайно тебя каста наш. Кота. По коту играем. Каст. Уйдите от этих, блядь, от этих великанов снизу. Кто там, блядь, шаман? Так, отходим сейчас к этому балкону. Все, уперлись я. Мы что, думаю, можно уже не бить следующего, просто я его уперли. Не, надо еще будет одного, наверное. Но он уже слабее намного. Сколько там? 5 лет? Хильте меня, хильте меня. Хильте друля. Понял. Давайте больше по боссу. Защитника поехали. Добьем защитника. Последнего и все. Кто на ступеньку убьем? Давайте, а то сейчас два хила осталось. Сколько? Да? Че один ебать. Добейте защитника и сразу на ступеньке. На ступеньке в правую сторону. Все, уходим. Все, добиваем чисто босс. Я говорю, крадевый столько, да, осталось хилить? Бану, велосивод. Ага. Герои дня. А чё, вроде приступ упал, не? Ну, я видел, в Ангеле был. Не знаю. Может, ассет? Ладно, добивай. В Ангеле, кстати, если я забиваюсь. Все, сейчас... Дайте масс. Дайте масс. Да, бомжам дайте масс. Где дашь, бомжам, блядь? На туре. Так, танки, блокировка, щита. Паузер тебе надо, грудак? Блять, не делай так, когда аут идет, разрыв. Так, на офспек надо? Понял. Банул, на. На этого, на туре мы идем. Зубила. Ториме. 1.5. Вспомнил эру, да? Да. Помню, был мувик М19. Когда они чемпионами стали мира показывать. Так, танки, кольцо надо кому-то? На успех. Все, погнали, трэш, масбафы дайте. Ребят, не АФКшим. Перерыв был, следующий перерыв будет перед Везексом. После трэш. Че, хэм? Так, хэм? Ага. Вы, блядь, на кошке дохнете по время. Получается. Паузер, ты в танке? Надеюсь уже. Нет, ни хрена, что гоните. Так, получается, паузер остается на арене. Первая, вторая, платье на арене. Ты протопала туда, Кира. Думаешь? Ну хорошо, знаю. Давай, паузер туда с нами пойдешь. Войт останется тут. Получается, туда в туннель идет третья, четвертая патия, два Эльма. Нет, один. Мэйби пойдёшь с нами, Роланда остаёшься на арене.
Нет, нет, наоборот. Наоборот, пускай Мэйби да, остается. Да, 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 да. Мэйби остается на арене, а Руанда идет с нами. Первая, вторая тут с хилов получается. Ну, Вайв и Крадевич пойдет. А остальные три хила тут на арене. Так, в туннель какой танк? Паузер. Паузер. Так, смотрите, что мы делаем. Мы идем обычку, то есть не спеша. На арене косты пишите. Плашки перебейте. И так далее. И да, рыбу поешьте. И рыбу поешьте. А где рыба? Рыба внизу. Так, что еще? А метки надо ставить приблизительно или не надо? Нахуя. Ну, на пятом стаке, да, где-то в обычке, на каком стаке отбегают от молнии? Да не на каком. Да при чем там цеповуха, ёбнет просто, да и все. Ну, это неизбежно, так что просто убьем так. Все, окей. Тут ренжа набирается проще, Близзарда нету. Нахуя метки. Не, Хант, остаюсь оттуда. Третья, четвертая пати в туннель. Посмотрите внимательно, то есть, кроме кого я назвал. То есть, кроме Мэйби. И мага бы я оставил, наверное, тоже. Да-да, в принципе, обычка. Ну, Нирс, останься тут, на арене. Крадевич, Мучачер. Какой нахуй Тор, блядь? Все, ДК, поехали. Паута, блядь. Червяка только отойдите, не ловите эту лужу. Вайп, любишь большие аппараты нажимать, да? Все, третья, четвертая. Туннель. Ой, блядь. В туннеле внимательно. Мы не спеша бьем этих, блядь, кастера, прислужников. Или туннель в левую сторону. Смотрим за это. В левую сова, не стой, блядь. Сейчас вправо отходим. В правую сторону отходим. Великан кидает огненный шар. Смотрите, куда он. Сейчас будем влево отходить. Влево отошли. Сейчас заходим вправо. Вправо. Туннель вправо. Туннель влево. Влево. Влево перебежали быстрее. Там забери моба. Понял. Влево. Базука. Понял. Туннель в правую сторону. Там крадевич есть. Резно. Да, вставай быстрее. Базука. Да бейте мобов, ребят, вы чего гоните? Мы, блядь, влево туннель. Мы до моба, блядь, до моба идем, я ебу сколько. Агри моба ебучего. Сова, подними мага сзади тебя. Все в мили стали. В мили стали. Все под жопу. Агро. Пацаны ер говорят, понял? Мы тут еле за одну минуту до первого моба дошли. Я мне телефон. Hello. Hello. Бафните помогу. Да. Дайте баф. Hello. Буш. Да не надо орать. Погнали, yeah. по двое, паузер. Бьем прислужника. По два человека. Where are you calling from? Не спеши. What is that about? Все, погнали во второго кастера. В мили не стоим, возле этих мобов в мили не стоим. Тоха, блядь, выключи микрофон. Каст. Все, и погнали вверх. Давай. Большого моба сразу бьем. Маленького только заберишь.
по большому больше. Быстрее, быстрее. Пробудить или быстрее двоих? Третий пробудить. На арене у вас там нормально? Много пробудить. Добейте. Погнали. Идем, идем. Его по пути сливаем. Бежим. Туннель. Блять, кот подними и приста. Приста? Ну или кто там? А, то Рога. Рога. Рогу. Все, погнали, все в центр запускаем. Еще один пробудить. Что, он сегодня будет прыгать? Все, танки. Давайте. Все, на рейнджу стали. Сейчас по танке поставят. Дадим Геру. Давай, Геру. Мобов. Мобов долейте. А здесь он сплошь не бьет, что ли? Нет. А, не бьет? То есть можно стоять ну, под столбами, да? Нет, точнее, это цеповуха не так бьет, а вот эти молнии, разряды будут... Ну, я думаю, мы убьем его. Там после 6-7 стаков будет больнее. Уже можете отбегать от вот этих молний. Отбежа... Меня слышно? Да. Угу. Окей. Цепуха, аккуратно, кто там? Хилой. Крадеевич. Там один шаман Энг, если чё. Аккуратно, сова, отойди. У него перса через 2 секунды или нет? Нет, нет, через 2 минуты. Заплакал с тобой. Может это арена перса? Ой. Давайте на мужика добиваем. Угу. Все, идите к Фрейд трэш чистим. Рога, угу. Все нормально, все, теперь можете бежать. Ресните там ваших. Кто упал, он пока не вставайте. На кого идти? Фрея. Да, сейчас сделаем 3 трая. Так, поехали. Башка, разбойник, декама, друид. Да не роллим, а линкуем свою шмотку. Угу. А чё такое? Почему ни агро не держишь? А чё так весело? Опять на полу в рейде, ребята.
5. Так я за хила сорвал. Лол. Большого забирает паузер, маленьких ДК. Или наоборот, там распределитесь. Башка, паладин, чернокнижный, жрец. Нужна кому-то? Пау. Так, сорян. Я что-то думал, я выключен на трехом. Ну что, кто там тебе звонил? Блядь. Ребят, ну вы что, гоните? Да нет, это коллекшн звонил. Тринка, СПД, прок на хосту. Коллекшн, ты типа как коллектор или что? Да. Кому именно ты там уже они. Да здесь такая хуйня, ты когда делаешь, есть автоматик пеймент, всякие приколы. Потом, когда ты отменяешь, они начинают тебе мозг ебать за $10, 20. Ну, у меня другая ситуация. А если не заплатим? Я не знаю, у меня никогда такого не было. Мне это по страховой звонили. Выйдите из разы, плиз. Ну, хуя нам. Ну, как раз от босса отходит. КД ебаная. Блять, там что-то приморозку дали или что какую-то. Ладно. А у нас есть какой-нибудь ретрик, там ШП или что-то такое? А, все вижу, спасибо. Зачем? Там мы жесткие, как там говорят. Вы хоть в районе спулили? Нет. Еще нет. Пока что. Мы, кстати, что? А, мы хэм же, да? Да. Мы хэм бьем. Я сейчас приду. Пошли. Тут на маунтах есть что, можно ездить, что пешком двигать. Что? На конях? Чтобы реалистично было? Малыш, на чек. Типа как говорят, что там Фродо типа кольцо не отнес там на орлах, типа не закинул. Хардкор, реализм, все дела. Кира, а? Объясни ДК, как грипать надо, он не умеет, походу. Вольт, что такое грип? Ну давай по грипу встанем. Ну большого типа вытаскиваешь, а по один. Ну-ка давай попробуем объяснить. ДК, короче, выбирай стража плеточника и грипы. Не, подожди, сначала паузер загрит. Подожди, ты неправильно объясняешь. О, смотри, о, научился. Все. Да ладно. РДД, бьете этого, куда побежали это? Вон он, стража плеточника. Бейте большого все. Смотри, как круто получилось.
там роги, смотри, все равно туда побежали, видишь? И вар там, и рога там. Вот это да. ДПС не ждет. Первый раз такой. Первый раз после этого, как пришел Вуди. Не надо. После этого я перестану пить. Да, Нир спасает рейды. Ну, блядь, обезьяны, рольки. А у меня такая есть. На распыл. На острове выбил. Каст, бейте, успокойся. У нас шумак-то вылетел, да? Арванда, ты тут? А, я написал, что он ребутнет комп, у него лагерь. Большого нахуя, примораживает. Войд, сначала пусть паузер сагрит, чтобы на него побежали мелкие. Да что-то он долго агрит. Все нормально, добили. Мелкие. Блять, завините как-то. Нир, там все нормально, просто он в стане был. А в стане, как ты знаешь, не грипается нихуя. Так что... О, это мне надо. Блять, а чё вы разбегаетесь-то? Типа сбегитесь, так быстрее зальёт стрэш. Ещё один в Долран портанулся с этим мобом вместе. Ещё веселее было бы. Это тоже зальём, а то у нас петов не контролируют. Да, погнали. Куда вы пошли? Не знаю, что вы там заливаете, блядь. Ладно. Нахуя? Там гроза наша или нет? Умели? Не наша. Выйди. Это был хитрый ход, чтобы набрать агро. Это был хитрый ход. Набрать рану. Трэп и сделать, пожалуйста. На трэше можно. А вверху еще два моба пошли. Задушил пацанов, да? А нахуя их бить? Ну, на всякий случай. А, дольше попиздеть, я понял, давай. Нет, смотри, петов могут не контролировать всякие. Не контролировать? А, и петы бегут на больших боссов, на миников. Пробегая рядом с этими двумя, на миника, они агрят их, и во время боя они агрятся на нас. Не видел никогда такого. Не, есть. Ну там новички, наверное, какие-то, да? Ну, у нас тут полрейда таких. Наряд. Гусевой свет потух. Понял. Не надо, в принципе, нужно. Братан, ну мы справимся. Мы тебя ждем. Так. Что мы делаем? Там. Распределитесь тут. Трэш у босса. Так, что у нас? Хант, по КД на трэше оставляешь ледяную трапу. На первых мелких дам я, инфернала. Ок. Дашь на вторых мелких инфернала. Только где-то как на 30% хп у них. То есть, смотрите, если мелкие, мы тупо под босса сбегаемся, ждем где-то 50% хп, разбегаемся. Даем там за медвов, росновы, все делу. Получается, первую сокру дает на мелких вайф, вторую сокру дает бону на мелких. Что еще? В лучах не стоим, по корням даем фридомы. Ну, вроде все. Что еще такого? А тебя сокру нема.
Ну, блядь, это я уже туплю. В смысле? Потому что сокру. На огонь, да, нет. Сокру. Не, ну можно, можно и то, можно и то, и можно то, в принципе. Сразу. Да. Так, давай пока без совы попробуем, я кое покидаю. Все, погнали, пуляй. Пока босса никто не бьет. Ждем трэш. Тоха, если что, помоги там с этими гимнами и так далее. Угу. Поехали. Луфи на водяном, на этом, на духе, на этом, на загрозовом мейби. Там Энки еще помогает. Остальные вы выделили случай. Дерево. 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 Даренара это приоритет. Быстрее дерево стоите. Хватоплета. Хватоплета больше урона. Каст. Лучи. Хватоплета больше урона. Меньше по воду, в воде. Добиваем быстрее. Быстрее добиваем. Грозового добили. Быстрей. Быстрей. Каст. Ждем. Не бьем босса. В мили сбежались. В мили сбежались. Дерево. Дар Энара. Учи, учи. Учи, выбежали. Стойте еще. Да, пока стоим, 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 стоим. По звуку вылетел, я снаружи инста. Выбегаем, выбегаем. Сюха, сокру. Сокру. Все, выбежали с мили. С мили выбежали. Можете точно добивать. Те, которые далеко уже ушли. Учи, учи, учи. Угу. Быстрее, быстрее долейте мелочь. Каст. Так, каст. Угу. Так, дар. Дерево, дерево. А на следующего мелких таких, ок, ты дашь инферналов. Я еще войска дам на последних мелких. Да, 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 да. Кот, дай полосе воду, Иннер, пожалуйста. Дерево погнали. Под грибы. Учи ушли. На ком будет молния от рейда. Под грибы заходим. Сейчас старайся в центр его вести, тут грибы начали расти, давай в центр. Паузе. Я веду это. Угу. Учи, учи, учи. Выбежи. Каст. Каст. Дерево, дерево, дар хранителя, блядь. Алло, быстрее, вот это растущее. Угу. Все, доливайте. Растущая. Ну хорошо, объяснил. Так, каст 3 секунды. Учи вышли. С учей милики. Ну блять, не... нахуй вы босса бьете вообще? Босса вообще не бейте, блять, рассредоточьтесь. Все, в не в мили, в мили, в мили, в мили быстрее. Все мили, все мили. Давай, ну войско. Каст, каст, стоп. Войско давай. Инфернала через 3 секунды. Все, разбежались. Разбежались. Давай. Дерево. Вася, сокру. Дерево запас. Бану сокру, дерево дай. Добейте. Паузер сокру, дай. Все, доливаем ее. Все будет хорошо. Каст. Сейчас будет. Вышли, 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 сучи. Сука, в гимн дал. Погнали. Дар, дар. Дерево за боссом далеко. Быстрее, все, все, все в дерево, быстрее. Быстрее растет, быстрее добейте. Все, хорошо, погнали. По хватоплету. Дай им еще один ЧП. Ушли с мили быстрее, быстрее. Там сразу несколько.
Нет, там был не с Беликаста. Крадевич, подними Кинсмана. Не, меня подняли. Каст, аккуратно. Каст. А ты подними, кто там, второго. Кого? По грозовому больше. Да. По грозовому больше. О, дерево. Не бейте хватоплета, дерево залейте. Угу, все, добиваем. Ушли с мили, ушли с учей. Быстрее выбегайте, добивайте ее. Угу. Так, вот, пока дай иннер полоси воду, дай. Под грибы погнали. Кот, дай БР по ороге, по уфе. Дал БР? Так, с рейда там, на ком там. Уфе, вставай. Прохил дайте. В мили, уйди, милики, уйди, ушли, там, учи. Алло, блядь, выводи, танк. Сука, ну паузер или кто там, вой. Ролан, или кто это? Отойди, пожалуйста, от нас. Каст. Каст. Блядь, прохил. Дерево фуловое, алло, дерево. Дерево, быстрее. Быстрее. Угу. Давайте, учи, милики, ушли. Вы не бьете, вы сразу выбегаете с учей. Давайте, доливаем. Войт, выйди с трейда. Так, все, погнали по боссу. Все, становимся возле копинки, шам, геру. Ушли, учи. Встаньте в линию, пожалуйста. Каст. В линию становимся и перебегаем слева направо. Больше урона пока гера. Дерево. Перебежали направо. Давайте. Перебежали влево. Сейчас внимательно по корням еще фридомы смотрели. Один мили, учи, аккуратно. Вот, что делаешь? Перебежали вправо. По коту дайте этот, блядь. Фридом. Перебежали влево. Дерево. Влево, побежим. Побежим влево, алло. Ну, блядь, со стороны. Если дерево кидается в эту сторону, значит мы перебегаем в эту сторону. Ну что вы, блядь, не научитесь? Стойте, не подбегайте. Хотите, ушли вперед. Вперед вот, ушли. Да. Жесть просто. Сука, встаньте вправо. Вправо, там где корни, там где много корней, встаньте сюда. Я же говорю, смотрите, где дерево, ну бля, вы тоже мозги врубайте, перебежали вправо. Если дерево падает на той стороне, значит мы бежим в ту сторону. Учи, милики, быстрее вышли. Три луча в милизоне. Перебежали влево. Что там, блядь, маг делает в милизоне? Каст, топнули. Дерево, быстрее, на ботинках. На ботинках забежали в дерево, убили. Быстрее, тупо дерево. В правую сторону перебежали. Перебежали влево. Учи. Не докастовываем, сразу выбегаем. Всего до иннер, если есть. Дайте иннер по престолу. Перебежали вправо. Приготовили, сейчас дерево будем. Смотрим внимательно. Если оно тут остается, то бежим вправо. Влево перебирали, стоп каст. Все, добивайте. Я и. Четвертый рейд. Вы паникуете много. Я ебу. Все, погнали на пожарку. Какой пожарку? Так, ноги. Ой, пожарку. Ну, оговорился, пожалуйста. Спасибо. Да. Ноги. Один жрец, чернокнижник. Две пары. Ланиры. Вань, ты когда соберешь тоже? Ребят, когда ролится кусок, линкуйте кусок, и сколько у вас кусков? Типа один из четырех, кусок, один из двух. Кусков.
Куцков, Куцков. До свидания. Как ты выжил до этого? Я мощный. Фарт.